рыболовные лодочки рулят. Фишкаяк. Фишкаяк Эва. Варвар. Фишкаяк Эва. Фишкаяк Эва. Аргон. Фишкаяк Эва. Фишкаяк обычный. Фишкаяк обычный. Фишкаяк Эва. Фишкаяк Эва. Это у нас фишкаяк, это у нас аргон, это у нас Эва. Тут у нас веги красавицы. А это станок ТВЧ. На нем надежно и прочно свариваются детали сравнительно небольших размеров. Перспективный корпус для моторной лодки с экстра широким, с экстра большим кокпитом. Ширина кокпита 107 сантиметров. Лодка сама 4-метровая, имеет просто огромнейший кокпит. Тут можно будет в этой лодке поперек гулять. При этом ширина всей лодки получится около 170 сантиметров, что даст возможность проходить через всякие узкие места. У нее не избыточная ширина, у нее нет избыточного поперечного сопротивления. Донышко будет НДНД. Здесь будут еще закрытые с внешней и внутренней стороны ниши. С внешней стороны будет, понятное дело, закрыто цельным куском ткани, а вот внутренним нишам будет доступ. Тут, конечно, будут еще распорки, но сколько много пространства для хранения шмурдяка. Практически весь шмурдяк ходовой можно будет распихать туда вот, между баллонами. И в кокпите будет пусто. Это для тех, кто любит свободное место.